Так, мы ведем Зоечку на, чтобы постричь ей ногти, искупать и расчесать. Она что-то так испугалась, это в первый раз она вышла на улицу и прям так сильно переживает. Девочка наша переживает. Okay. Так, вот пришли мы. Такое вот место, Зоечка вот у меня в руках. Идут. Смотрите, мы ее несли прям так аккуратненько. Она прям так нацепила на себя. Зоечка наша бедненькая, Зоечка. Она боится себя. Но действительно, такой вот. Может быть, мы ей игрушечку купим для нашей Зои. Боже мой! Ой, вот и все. Такая, она так себя хорошо вела, даже не рыпалась, да? Так все прям спокойно. Мы так боялись, что она будет себя плохо, ну как, испугается. Нет, все хорошо, Зоечка, все хорошо. Так, поехали домой. Сидит, Зоечка, сидит. Вся такая деловая. Ноготочки мы постригли. Волосики мы расчесали. Она прям такая чуть-чуть подавленная. Мне кажется, у нее какой-то стресс был. Или она сонная, вот у нее глазки прям закрываются. Ну иди поспи, Зой. Че сидишь? Стоит на дверь, смотрит, сидит. У меня муж там работает, она вот, слышит всякие звуки, и вот ей не спится. Не дай бог, что-то она пропустит, не дай бог, Зоя что-то пропустит интересное. Вот не дай бог прям. Как же без Зоечки тут обойтись? Вот сидит, глазки закрываются, все равно сидит. Муж заказал вот дрова для нашего камина. How much you pay, babe? I paid, don't worry about it. I spent all the rest of your money on it. How much you pay for it, for this amount? $175. $175 он заплатил. That's not all of it. There's a whole other half a stack. When? On the other side of the house. А, это, оказывается, не все. $175 он заплатил. Он говорит... As much as here or more or less? About half of this. Он говорит, еще... Это еще не все. Еще сзади дома вот наполовину еще есть. Вот столечко. То есть еще половина этого. Ну вот где. Ну нормально со $175, я думаю. Это нам хватит на всю зиму. Мам, мы должны закрыть дверь сначала. Зоечка же там сидит. А, они все еще тут. А, вот эти привезли. Вот компания, кто живет в Калифорнии, кому надо. Вот это вот фирма. Хай. Вот так вот. Ой. It's gonna be enough for the whole year, right? 50 fires. Он говорит, где-то 50, на 50 каминов хватит. Да. Он говорит, где-то 50-55 каминов. Ну, это хорошо. Мы камин делаем не прям каждый день, но где-то в неделю два раза. Обычно по выходным. Приготовила вот такое жаркое, очень вкусное. А чечук наш? Ужинает. Вот, уже используем наши дрова. Сейчас будем смотреть фильм. Хотим посмотреть фильм «Гуччи». Мы его еще не смотрели. Наша елочка.
Готовит, вот. Зичик готовит. Живот уже нарастил, все. Бекон все равно ест. Я пью свою кофе. Погода сегодня такая, знаете, как вот в Ташкенте весной. Немножечко чувствуется, чуть-чуть так прохладненько, но солнечно. Сейчас пойду по магазинам, прогуляюсь. Не хочу дома сидеть с детьми, мне нужно немножечко отдохнуть. И сегодня вечером мы поедем на фестиваль, новогодний фестиваль. Джус? Я, плиз. Обожаю мол в новогоднее время. Я думаю, что же мне поесть? Новогодняя. Ой, какая классненькая. Смотрите, мороженое сделано из мюсли. Вы выбираете любые мюсли отсюда, и они вам сделают мороженое. Интересно. Я такого не видела еще. Прикольненько. Так, вот взяла себе вот такой бургер. Вкусненький. Картошку. Колу. Я сижу тут, дождаюсь. Так хорошо. В общем, поела я. Я что-то не заметила, что, оказывается, бургер, который я заказала, он был острый. Прям проплакалась вся. Такой острый. Знаете, я что хотела сказать. В Лос-Анджелесе вот у нас очень строгий масочный режим. И до сих пор вот я смотрю, но у нас вообще невозможно никуда пойти без масок. Это практика, это невозможно, вас никуда не пустят. И мало того, более того, если вы хотите сидеть внутри кафе или в кафетерии, или в библиотеке, или ну, в помещении, вы должны предоставить вакцинацию. Вот, и вот сейчас я тоже в море сижу, смотрю, у всех маски. Ну вот когда вы сидите, как я сижу, маску можно убрать, так как вы пьете, едите туда. Дети маленькие, вот сейчас я смотрю, Санта, двухлетние дети тоже с маской. Просто абсолютно невозможно, все в масках. И вот как странно, да, что в зависимости от штата, как это все меняется, например, в других штатах это не так. Единственный штат, даже не то, что штат, город. Я не знаю, как в других городах Калифорнии, но вот в Лос-Анджелесе очень строго с масками, очень строго. Если честно, это уже порядком поднадоело. Ну вот все в масках. Вот такие, знаете, донаты типа. И их особенно часто готовят на Рождество. Возьму себе один маленький на десерт. Так, сейчас я приехала в магазин кристаллов. У меня Севинч очень любит кристаллы. Я хочу ей купить кристаллы на... Блин, камера как-то стоит никак.
Я хочу купить ей кристаллы на Рождество. Сейчас посмотрим, что у них там есть. Из мола, с торгового центра я уже уехала, приехала сюда. 10 минут езды от дома. Вот я пришла, вот такие вещи любит Севинч у меня. $39. Эти вот 12. Всякие вот камни. Она очень любит такие вещи. Всякие вот кристаллы. Не кристаллы, а вот, да, и кристаллы, и камни вот. Угу. Ой, я подумала, кто-то на меня смотрит, а оказывается это. Кстати, этот магазин держат вот именно индейцы. И Севинч также любит то, что... Ну, это Севинч, это тоже очень привлекает. Она всегда говорит, что нужно поддерживать коренных американцев, которые тут жили когда-то. Интересные вещи, интересные. Ну, сейчас посмотрим, что я ей выберу. Класс. Так, хотела вам показать, вот что я купила в магазине кристаллов. Так, вот это агат, очень, кстати, красивый. Вот такие вот бусы. Второе у меня тоже тут агат, браслетик, такой браслетик и вот такой браслетик. Как я уже говорила, Севинч любит, очень любит такие вещи. Так, такая кошечка, это тоже камень. Я правда забыла, у меня все записано, что за камень. Чего он лечит, защищает. Вот кошечка. Такой кулончик. Вот такой кулончик. Коробочка. Так, потом такую подвеску я ей взяла. Сейчас покажу. Вот. Дерево. Тут несколько камней. Я купила вот такой вот шнурочек. У нее таких шнурочков очень много, поэтому вот эти, как бы, ей только просто нужно менять вот эти вот кулончики, подвески. Вот такой кристалл взяла также. Вот. Ой. Ну вот так вот. Смотрите, какую классную шкатулку я в том же магазине купила ей. Покажу. Вот это Tiger Eye. Защищает от сглаза, от порчи. Так мне сказали. Этот символ. Вот это ручная работа. Вот. Классная шкатулочка для ее вот этих вот украшений, камней. Такой вот подарочек ей. Как же мне нравится, когда на улице темно и дома вот такие огонечки. Так уютно становится сразу, да? Кстати, тут вот
с Амазона всякие коробки. Все подарки, подарки. Но это не мое. Это Джей что-то там. Я вам все покажу на Рождество. Такие вот огонечки. Ну, пока мы чуть-чуть, ну вот сюда вот подарки уже поставили детям. Подарки детям. В основном. Наша елочка.